Соревнования по пауэрлифтингу, жиму, штанги лежа в Кандалакше проводятся уже 12-й год подряд. Здесь собираются спортсмены не только из нашего города, но и из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зор. Отдельные номинации для силачей в экипировке и без. Люди, далекие от данного вида спорта, могут и не знать, что специальные костюмы нужны не только для красоты и удобства. Это специальные жимовые майки такие, из хорошей плотной ткани сделаны. Они плотно облегают, ну, не травмируют, естественно. И она, естественно, немножко помогает в поднятии штанги. Ну, плюс 30-40 килограмм помогает. Наряду с мужчинами-силачами в соревновании уже не первый год принимают участие и представительницы слабого пола. Хотя назвать их слабыми язык мало у кого повернется. Но подавляющее число пауэрлифтеров здесь, конечно же, мужчины. И при этом, как признаются некоторые из них, моральная подготовка в таком виде спорта важна не меньше, чем физическая. Сложности? Перетерпеть нервное напряжение, потому что думаешь, подыму, не подыму там. Пауэрлифтинг в Кандалакше направление далеко не новое, однако стабильно популярное. Многие занимаются им уже долгие годы, соблюдая режим и не пропуская тренировки, и, конечно, добиваясь поставленных целей. И самое главное, у подрастающего поколения, будущих защитников Отечества, есть с кого брать пример. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.